Добрый день, Полтава. Час тому назад я здесь проезжал, была пробка, я видел. Сейчас 15:45. Все равно эта пробка есть. Машины, вижу, стоят. Это центральная улица нашего города. Почему до сих пор так? Но я не вижу чего-то страшного здесь. Но пробка ошеломляющая аж до моста уже, через площадь Зыгина и туда дальше. Ну, каких-то страшных последствий аварии я не вижу. Сейчас я у полицейских подойду, спрошу, было ли тут жертвы какие-то или что. И попытаюсь выяснить, почему так долго это все происходит. С полицейскими я только что поговорил, они объяснили, что жертв нету. Ничего не произошло такого страшного, идут процессуальные работы, но эти процессуальные работы, действия, сами видите, к чему приводят. Ошеломляющий коллапс произошел. Кто кому что, где как. Ну, я вижу ЗИЛ, сзади Мерседес, кто-то кого-то где-то придавил, прижал, но последствий особых я не вижу. Сейчас еще подойду с другой стороны, может, что-то увижу толковое, но... Ну, вот, вот такое вот видим. Сейчас подойду к водителю, попытаюсь что-то узнать. Ну, я увидел, у Мерседеса сбито зеркало. Там что-то произошло с пассажирской дверью правой, но факт есть факт. Кто был неаккуратен, тяжело судить. То есть ЗИЛ был на работе, явно занимается, ну, в данный момент на нем песок. Песок, по-видимому, для того, чтобы посыпать дорогу. Но второй час уже пробка. Второй час, подчеркиваю. Из-за неаккуратности одного, неосторожности, получается вот такая вот вещь. Только с утра был разговор о том, что все должно происходить намного быстрее у полиции. Но, к сожалению, до сих пор сидят, протоколы составляют. Долго, очень долго. И страдает большая часть города.